Сегодня жители нашей страны, жители Алтайского края, жители каждого муниципалитета готовы увидеть в органах представительной власти и местного самоуправления молодые новые лица. Это доказали выборы в сентябре 2016 года в Государственную Думу и в Алтайское краевое законодательное собрание, по итогам которых молодежная команда Алтайского края смогла занять весомые позиции в представительных органах законодательной власти субъекта, и даже у нас сегодня есть свой представитель в федеральном парламенте. На самом деле проект «Молодежная команда страны» как раз создан для того, чтобы консолидировать усилия молодежи на выборах в представительные органы местного самоуправления. Этот проект прежде всего образовательный, и основная задача передать опыт и знания, которые получила молодежная команда на протяжении предыдущей избирательной кампании, вам. Кроме того, у нас, конечно же, есть наставники, которые поддерживают нас на всем протяжении и политической жизни, и общественно-политической, и социально значимой деятельности. И как раз эти наставники помогут и вам в преддверии избирательной кампании подготовиться, получить профессиональные и общие компетенции, которые необходимы кандидату в представительные органы местного самоуправления. В этом плане проект «Молодежная команда страны» уникален. Практический блок, который будет реализован, тоже поможет сформировать предвыборную платформу. И знаете, это большая возможность стать частью одной большой молодежной команды страны и, самое главное, активно себя реализовать на предстоящей избирательной кампании. 6200 мандатов, которые будут разыграны в представительные органы местного самоуправления в Алтайском крае, это большая возможность для молодежи заявить о себе и большая возможность войти в представительные органы местного самоуправления.